Касталовском районе перед праздниками многодетная семья переехала в новый дом. Это подарок благотворительного фонда «Харикет», который был сделан по инициативе районного молодежного ресурсного центра. Семья много лет проживала на съемной квартире и, наконец, обрела крышу над головой. Благотворительный фонд «Харикет» помог 338 казахстанским семьям. У них сейчас свое жилье. В числе счастливых новоселов было 13 приуральцев. Райхан Байназарова из Касталовского района стала 14-й. У нее теперь свой трехкомнатный дом в райцентре. Выражаем благодарность тем, кто делает пожертвования в фонд «Харикет» и таким образом помогает нуждающимся. Отдельно хотим отметить молодежь района, которая не осталась в стороне и помогла многодетной матери. Радости Райхан Байназаровой, переехавшей из своей съемной квартиры в новое жилье, не было предела. Мать-одиночка выразила признательность всем, кто не остался в стороне и занимается благотворительностью. Спасибо всем. Теперь у нас есть свой дом. Желаю всем благополучия. О духовности и религиозной грамотности говорили на встрече в районной мечети, которая была организована молодежным ресурсным центром. Ее основная цель – профилактика религиозного экстремизма. О важности воспитания и образования в наши дни, сохранении традиций рассказал наиб имам уральской мечети Тульбаев Мухаммад Гариф Саят Канаткалиулы. Проблема взаимоотношений родителей и детей в наше время очень актуальна. Этому было уделено особое внимание. Такие встречи молодежи сейчас необходимы. Будем проводить их и в дальнейшем. Наиб имам остановился на опасности деструктивных религиозных течений, призвал население повышать религиозную грамотность и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться в местные мечети и к специалистам-теологам.